Эй, бабуля! Бабуль, ты что-то попутала, по-моему, нет? А вас ничего не смущает, нет? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать снова в Happy Few, поскольку прошлое видео вам очень зашло. Собственно, ловите продолжение, приятного просмотра. Так, а это я где вообще? Ух ты, как тут удобно, ты посмотри, какое тут роскошное место. Ой, как в плацкарте прямо, ядрить, колотить. Нифига, у меня тут инвентарь, как у маньяка. 4 топора, гаечный ключ, зонтик какой-то, еман. Так, поговорить на ведьмином утесе. В смысле? С какими ведьмами, мать, ты чё, кончен? Чего, Вася, ты шо? Так, а у меня моя супербита, где? Вот она моя. Хорошая. Ну чё, давай, давай, попляшем. На, собака, пес. Пошел в жопу. На. Опа, 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 Вася, это было больно, между прочим. Больше никаких. Что ты орешь-то, разорался тут. Ох, нифига там. Чего? А тебе чем столб-то тут не угодил? Чё, быкует, да, тебя? На, получай по щам. На, собака. На, тварь, совсем охренел. На, с левой, с правой, на тебе. О, вискарик. Шаманем его хорошо. Раз, два, три. Мне кажется, она сейчас... Ух, ядрить меня развезло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бей его, давай. Эй, а я-то тебе что сделала? Эй, слышь ты? Пошел в жопу! Да у меня сломалась опять бита моя дубина! Хо, на! Эй, а ты что по мне-то ударила? Дура, ты конченая! Ты ж за меня должна быть! Я же тоже... Да что ж такое-то, мне опять сломали все! Да пошли вы в жопу! Уйдите от меня, что вам от меня надо? Опять собирает тут сброд целый, вакханалия какую-то устраивает. Ага, вот, нам нужны какие-то семена на перстянке. Замечательно, пойдем искать. Сколько еще надо ее собирать-то, говна этого? Сколько? Надо 20. Ага, здрасте, приехали. Ну а зачем я сейчас полчаса бегал, собирал это все? Ну замечательно. А зачем мне 30? Ну ети же твои ж пассатижи. Так, вот он. Чё такое? Нужен улучшенный химический верстак. Чего? А как? Что? Да ну нет. Да мне сейчас нужно будет фигачить к торговцу, к Ваську к нашему, вот сюда, вот, серьезно, через полмира. Ну, замечательно, прекрасно. Ну, поехали, чё? Блин, мне же еще сейчас и спать надо, потому что товарищ торговец сейчас шторочку задернул свою эту, и все, и хрен ты до него достучишься через железные эти прутья. О, Гвен, здорово! Здорово, доброе утро, Вася. Надо... Чего? Здорово, здорово. Мне надо, знаешь что? Мне надо улучшение какой-то, набор. Твою ж за ногу. Но его здесь нету. Да ну нет. А где я его возьму? Эй, бабуля. Бабуль, ты что-то попутала, по-моему, нет? Бабуль, ты не в свою хату попала, эй. Мадам, вас ничего не смущает, нет? А то, что вы, например, не в своем доме и меня не пропускаете. Давайте, до свидания, бабушка, давайте я вас провожу. Вот, дверька открыта. Прошу вас, куда ты пошла? И понимаю, у меня тут что, в доме оживленное движение? У меня тут ему менты ходят. Бабушки, что происходит-то?
Ладно, если не хотите сами выходить, я вам помогу. Вот дверь. До свидания. А, вот противоядие. Мед. Замечательно. А где я вам его достану? Хорошо, пойдем искать. Здравствуйте. А чье у вас тут происходит? Во, у нас тут веселуха. Проходной дворик. Я просто зашла в туалет. Замечательно. Бабуль. Чё, чувак, ты что делаешь? Прыщи выдавливаешь. Не надо, не дави, братан. Ну хуже станет, алло. О, нормально. У людей тупо лопата лежит в шкафу, балдеж. Так, ну-ка, мадама, что у тебя есть? Мед! Емен, конечно, я две семьи вынес для того, чтобы добыть мед. Один мед всего лишь, который мне нужен для изготовления. Что ж, ну а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам нравится We Happy Few, то обязательно ставьте лайки, чтобы я понимал, что мы можем продолжить, соответственно, эту игрушку проходить. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока. Еще один подъехал. Ну дайте выйти, я выйти отсюда не могу. Выходим. О-о-о, дядя! А вас ничего не смущает, нет? Например, то, что я здесь стою, нет? Да хватит ссать, дайте выйти!